В Мангистауской области состоялась символическая сварка первого стыка строительства мегапроекта газотранспортной системы Казахстана второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жаноузен. На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель правления национальной компании «Казахгаз» Санжар Жаркешев и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Общая протяженность второй нитки газопровода составит 308 километров. Пропускная способность 6 миллиардов кубометров в год. Согласно графику производства работ, завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в декабре текущего года. Реализация мегапроекта позволит обеспечить стабильное газоснабжение населенных пунктов области, крупных предприятий. Это будет способствовать предотвращению нештатных ситуаций и исключению риска остановок подачи газа как стратегически важные услуги населению региона. И что не немаловажно, запуск проекта окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. Первая ветка – это газопровод, эксплуатируемый с 1960-х годов. Следовательно, он имеет физическую изношенность. Сейчас ведутся ремонтные работы, поскольку это конвейер, который работает с 1960-х годов, очень важно запустить вторую ветвь. 160 миллиардов тенге инвестирует национальная компания «Казахгаз» из собственных средств. Магистральный газопровод Бейнеу-Жаноузен укрепит энергетическую безопасность региона. До конца проекта будет трудоустроено 900 человек. В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева для обеспечения стабильного газоснабжения Мангистауской области национальная компания «Казахгаз» начала строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жаноузен. Реализация проекта будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также повышению качества жизни населения. В настоящее время одним из факторов, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса, производство дефицита газа. Мы окажем полную поддержку ходу данного строительства в пределах нашей компетенции. Сегодня ведется ремонт газотранспортной системы Жаноузен-Жетыбай-Актау. В будущем будет полностью заменено 282 трубы, обновлены 6 камер запуска очистительного устройства. При этом будет заменена электрохимзащита труб. Следует отметить, что Мангистауская область является лидером по потреблению природного газа в нашей стране. Поэтому проект придаст новый импульс экономическому и туристическому развитию региона. Жанна Руслан, Ролан Аметолла, Дидар.